В Чебоксарах во время пожара в частном доме погибли мать и ее 5-летняя дочь. Следователи следственного управления СКР Почувашия расследуют обстоятельства произошедшего. О пожаре сообщили около часу ночи 11 июля. Когда огонь потушили, обнаружили тела двух человек – матери и дочери. Муж погибший спал на веранде и успел спастись. Сейчас он со множественными ожогами в больнице. По данному факту следственным отделом по Калининскому району города Чебоксары Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки. Следователям тщательно произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В настоящее время следователями рассматриваются различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем. В этих целях, проверки этих версий назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинские и пожаротехническая. По предварительным данным, погибшие скончались от отравления угарным газом. Дом в результате пожара полностью уничтожен.